Друзья, сейчас не проблема купить какую-то обложку для паспорта, благо торговля предлагает неимоверное количество вариантов, но купить именно, скажем так, уникальную, достойную вашего паспорта, надежную, сделанную правильными мастерами в правильной месте и из правильных материалов, конечно, все-таки представляет некую проблему. Поэтому магазин «Купи сувенир» эту проблему может легкостью решить, если вы обратите свои взоры вот на такую вот обложку для паспорта, сделанную в Республике Беларусь замечательными мастерами компании «Маккей». Это ручная работа, каждый стежочек, каждая деталь этой обложки сделана с любовью, сделана очень качественно, причем использованы материалы отменного качества тоже. Вот, лицевая сторона этой обложки украшена таким вот тиснением. Вот, даже не буду вникать в философский смысл этих букв и знаков. Я лишь скажу, что сделано это все замечательно, и обложка может прослужить долгие-долгие годы. Плюс вот такая вот есть такое вот кольцо на этой обложке. Точно сказать, зачем оно, ну, не представляется возможным. Может быть, это просто такой декоративный элемент. Может быть, что-то можно на него прикрепить. Допустим, какой-то маленький ключик от чемодана, от вашего того чемодана, с каким вы отправляетесь, допустим, в путешествие, и не хотели бы его потерять. Вот, ну, в принципе, тут уже дело вашей сообразительности и смекалки. Я лишь скажу еще раз, что обложка очень качественная, сделана из очень качественного выделанной кожи. Вот, о чем свидетельствует штамп компании «Маккей» и надпись «Ручная работа». Спасибо.